Все дороги ведут в Рим. Дмитрию Врангелю удается свернуть с этого маршрута и забраться в разные экзотические точки планеты. К примеру, сегодня мы увидим его глазами самую маленькую столицу в мире. Заинтригованы? А его поездка стала возможной благодаря Приорбанку. Сберегайте деньги и получайте дополнительный доход. Откройте вклад по ставке 12,6% годовых в любом отделении Приорбанка. Открывайте новые страны, пока ваши сбережения растут. На главном острове Маэ расположена столица Сейшельских островов – Виктория. Это самый большой город этого экзотического государства и в то же время самый маленький в мире. В нем всего один перекресток и один светофор, а общая площадь всего 20 квадратных километров. Сейчас мы находимся в Виктории, столице Сейшельских островов. Кстати, самой маленькой столице в мире. Кстати, она может похвастаться собственным Биг Беном и единственным светофором, который работает не всегда. Город был основан в 1778 году французами и получил название «Эстаблисман». Спустя 63 года его переименовали в честь королевы Виктории. В ее честь и память здесь построили главную башню. Это копия часовой башни, установленной у лондонского вокзала «Виктория». В Виктории, кроме местного Биг Бена, есть больница, педагогический колледж, ботанический сад и исторический музей. Очень неплохо для такой маленькой столицы. Нам сегодня очень хотелось попасть в Национальный исторический музей, но, к сожалению, у нас это не получилось по той причине, что сегодня воскресенье и в городе совершенно ничего не работает. А ведь так хотелось прикоснуться к артефактам английской и французской колонизации. Сегодня воскресенье, в городе абсолютно пусто. Логично. Что тут делать, когда вокруг столько красивых пляжей? Ну а в будний день тут людно, как и в любой другой столице. С нами всегда в путешествии карточка Приорбанка. С ней удобно, безопасно и выгодно рассчитываться за границей. И при этом получать скидки. Партнер программы Приорбанк.